Российские немцы проведут свой тотальный диктант. Акция приурочена к Международному дню родных языков. «Тоталис диктат» – так по-немецки звучит название акции, проведут которую с 19 по 21 февраля. В России в ней примут участие 5 городов – Москва, Калининград, Новосибирск, Томск и Барнаул. Пройдет акция на базе российско-немецких домов и в регионах, центров иностранной культуры и школ с углубленным изучением языка. Написать диктант смогут школьники трех возрастных категорий – это учащиеся 6-7, 8-9 и 10-11 классов, а также студенты вузов и просто те, кто увлекается немецким языком. Организаторами выступили Международный союз немецкой культуры и Томский областной российско-немецкий дом при поддержке Миноборнауки и факультета журналистики МГУ. Проверить свои знания языка в Барнауле можно будет 21 февраля в Краевом российско-немецком доме. Начало экзамена в 9:30. Вход свободный.